Первым предприятием Новополоска, зарегистрированным в свободной экономической зоне Витебск, стало открытое акционерное общество «Измерителя». Уже спустя несколько месяцев свободная экономическая зона пополнилась еще двумя предприятиями с пропиской Полоцкого региона и Новополоцка. Общество с ограниченной ответственностью «Авестро Битумные материалы» стал первым предприятием в свободной экономической зоне, созданным с участием инвестора из Швеции. По информации администрации свободной экономической зоны, оно займется организацией производства полимерно-модифицированного битума, который используется в дорожном строительстве. Основными рынками сбыта готовой продукции будут Россия, Турция, Израиль, а также страны Балтии, Африки, Восточной Европы. В ходе реализации проекта стоимостью свыше 25 миллионов долларов предполагается создать более 50 рабочих мест. Еще один новый резидент – Новополоцкий завод технологических металлоконструкций в условиях свободной экономической зоны организует производство оцинкованного сварного решетчатого настила. Проект включен в государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. В ходе расширения производственной деятельности предприятие создаст порядка 30 рабочих мест. Планируемый объем выпуска инновационной импортозамещающей продукции составляет около 400 тонн в месяц, при этом свыше 90% изделий предполагается экспортировать. Добавлю, что Новополоцкий завод технологических металлоконструкций стал 46-м резидентом свободной экономической зоны Витебск.